В нашем районе немало юных дарований. Конечно, чтобы им полностью раскрыться, нужно хорошо поработать. Но вся эта работа только в радость, когда есть горячее желание добиться успеха на пути настоящего искусства. Считается, что такой музыкальный инструмент, как скрипка, умеет разговаривать как человек и петь как птица. У славянца Александра Симоненко с раннего детства было горячее желание научиться играть на скрипке. И в этом ему, конечно, очень помогли родители, чья жизнь связана с музыкой. С 7 лет юный музыкант успешно осваивает скрипичное искусство. Мое первое выступление на сцене было на международном конкурсе «Волшебство звук», где я стал лауреатом первой степени и был приглашен в Сочи на гала-концерт. Скрипкой я уже занимаюсь почти 4 года. И за это время я успел поучаствовать уже в нескольких международных, всероссийских, зональных и региональных конкурсах. «Вселенная музыки», «Кореновская весна», конкурс имени Бориса Девяковича. С 2020 года Александр принимает участие в межрегиональной творческой школе фестиваля «Россия. Территория талантов», где он занимается с профессорами Московской консерватории. В 2021 году юный скрипач стал лауреатом краевого конкурса. Он получил диплом и памятную медаль губернатора Краснодарского края, удостоен премии краевой администрации для одаренных учащихся и студентов образовательных организаций культуры и искусства. Я очень рад, что я получил губернаторскую премию. И мои планы на будущее – это стать профессиональным музыкантом и выступать на лучших сценах России и мира. А в ближайших планах я хотел бы поиграть в произведения великих композиторов. Игра на скрипке приносит ему большое удовольствие. Это похоже на маленькое чудо, когда написанное на бумаге превращается в красивые звуки и образы. И звуки хорошей музыки дают возможность ему и другим людям почувствовать, что хотел всем нам сказать композитор. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».